Случай из жизни обычной курской школы. Антон Владимирович, вызывали? Да, Александр Иванович, проходите. Александр Иванович, насколько я помню, вы у нас работаете учителем ИЗО. Да. ИЗО, а не ИЗВРА. Опять травля? Я бы помолчал на вашем месте. Александр Иванович, скажите, вы оформляли медпункт в нашей школе? Да, мне это удалось. Так вот, дети боятся туда заходить. Почему? Почему у вас Чебурашка нарисован с тремя ушами? Там два уха. Три. Два. Я видел три. Там два уха и флюс. Как бы Чебурашка предупреждает детей, что не надо запускать. Ну бог с вами. 3 месяца назад я вас попросил нарисовать азбуку для начальных классов. Она готова. Так почему 3 месяца? Понимаете, я нарисовался сразу, в первый день ко мне пришла муза, я все это вырезал в цвете. А потом долгих 3 месяца, понимаете, я подбирал к картинкам буквы. Ну давайте посмотрим, что у вас там получилось. Ребята, заносите. Ну, я вижу, начали вы хорошо. А, аист? Алчность. Почему алчность? Понимаете, я считаю, что у многодетных семей, у них очень много льгот, субсидий, понимаете, им дают квартиры. В общем, я считаю, что алчность приносит детей. То есть и начали вы плохо, да? Не знаю, нормально. Давайте посмотрим, что на Б. Почему опять аист? Потому что любой первоклассник вам скажет, что аист, приносящий детей, это бред, понимаете? Б, бред. Хорошо, продолжим. Ну вот. Почему у вас на «В» нарисован какой-то бородатый мужик и написано «Коля»? «В» значит «Вендетта». Что? Не спрашивайте, это личное. Давайте дальше. Пожалуйста. Почему на «Г» вообще нет картинки? Понимаете, я так и не решился изобразить Господа. Ну не решились Господа, изобразите вы грушу! Вы сектант? Вы еретик, кто вы? Покайтесь! Какие груши в райском саду были яблоки? Давайте дальше. Ну здесь я уже начинаю понимать ход вашей логики. Мужик, убегающий от топора, видимо, Д, должник. Почему это должник? Должник — это если было бы здесь написано 300 баксов к 7 вечера, правильно? А так это банальный дискомфорт. Хорошо, давайте дальше. Вот здесь вы вообще перепрыгнули. Туфля, она же на Т. Почему-то я перепрыгнул. Чья это туфля? Может быть, ваша? Моя вот, может быть, ваша? Моя вот. Тогда чья? Ее! Ее! 2 буквы сразу. Это моя находка. Давайте дальше. Ну потом же идет З, а у вас Ж. Это З. Это Ж. Это З. Ж. Вы тупой. Дети сразу поняли, что это ребус, понимаете? За Ж идет галка, видите? За Ж галка, за Ж галка. Она на З. Ну вот же у вас З. Это Ж. З. Это Ж. З. Вы тупой. Это вообще 3. Дети прекрасно помнят из сказок, что было 3 желания, понимаете, желания. Но когда я нарисовал свои 3 желания, вы сказали, не надо их в азбуку. Это я помню. Вот видите. Хорошо, давайте дальше. Ну вот, вот проблески разума. Что у вас на И? Иод. 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 А на И краткое? Яд, яд, яд. Дети очень тонко чувствуют разницу, понимаете, яд, 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 яд. Прекрасно. Яд. Давайте дальше. Прекрасно. Вот. Почему одна картинка и сразу несколько букв? Вы меня сами торопили с заказом. Вот здесь как бы все логично, понимаете? О, осанка, П, позвоночник, С, сколиоз, К, кость, Х, хрящ, Г, горб. Ну, Г уже было! Но картинки-то не было!
Я боюсь предположить, что у вас ноха. Может быть, хобот? Может, хаотичность вы изобразили? Вот. Это что, Honda? Что это Honda? Весь зал верит, что это Hyundai. Hyundai. Honda у меня на N. Интересно посмотреть, что у вас на П. Как что? Пылесос. Так и рисуйте пылесос. Зачем здесь елки? Что, вы не понимаете, что ли? Блядь, это лес, понимаете? Это маленькие, которые летают, это осы. Целый лес ос. Лес ос. П. Лес ос. Опять ребус. Шарада. Хорошо, продолжим. Ну, здесь вы явно схалтурили. Щука на ща. Не может быть. У мастера могут быть ошибки. Что? Щука правда на ща? Да. Черт. Мне стыдно. Давайте дальше. Кто у вас на че? Чаушеску. Чаушеску? Чаушеску. Да при чем здесь Чаушеску? Понимаете, мне кажется, что дети начали забывать румынского диктатора. Александр Иванович, я вам настоятельно рекомендую написать по собственному. Подождите, подождите, дайте мне еще один шанс, у меня еще есть прописи. Что это? Как что это? Прописи, понимаете, отсюда будут списывать дети. Отсюда? Отсюда будут списывать дети, которые хотят стать врачами. Не хочу вас расстраивать. Вы уволены. Подождите, Антон Владимирович, у меня еще есть. У меня еще есть химия.